Пациентка обратилась к нам с болями в тазобедренном суставе. Ей выполнили стандартные рентгенограммы и был диагностирован асептический некроз головки бедренной кости. В последующем было принято решение о хирургическом лечении этой проблемы. Пациентке выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава и установили современный на сегодняшний день эндопротез с керамической головкой, который имеет самый длительный срок службы. Пациентка потратит несколько недель на реабилитацию и в последующем вернется к своей обыденной жизни без каких-либо ограничений. Ввиду того, что у пациентки была разрушена головка бедра, она не могла выполнять отведение при ведении ногой. Она не могла присесть на корточки и полноценно ходить. В последующем, после реабилитации, когда ее рана заживет, а мышцы и связки окрепнут, она может вернуться к своей обычной активной жизни. У меня это все длилось 2 года, пока я не сделала операцию. А так, ужасные боли, причем и в бедре, и в суставе, и везде, просто на ногу встать невозможно было. Обезболивающие еще первое время помогали, и какие-то там уколы и таблетки, а потом все. Потом я не знаю, почему-то вот я Василия Дмитриевича увидела, приехали, потом оказалось, что мы еще юмором сходимся. И я как-то вообще не переживала, ему просто поверила с первого раза. Вот получается, вот это обследование, все, я как бы и не переживала почему-то. Персонал, они как-то подбадривают, они все время улыбаются, такие очень приятные. Поэтому оно как-то расслабляет, и даже не волнуешься. Даже когда мне кололи уже эти наркоз, и то мы смеялись. Ты уже, когда вот прооперировался, и ты уже понимаешь, что это уже боли вот этой адской не будет, как до этого. Даже если сейчас что-то побаливает, или там голова закружилась, оно все равно как-то уже позитивнее все равно воспринимается. Так что я только рекомендую, если вот так, вот так как у меня случай, что 2 года просто мучения, то лучше прооперироваться и ничего даже другого не планировать.